Здравствуйте, друзья. Вот цветет мой персик, выращенный из косточки. Несколько лет назад. Наверное, ему 5-й год. Вроде как, по памяти. 2 персика тут у меня. Вот они в этом году полноценно первый раз расцвели. Тут вот уже кое-что пооблетело. Но тут еще вот в полном цвете. Цветов полно, но, конечно, большой вопрос, будут ли плоды. Деревья, выращенные из косточки, не всегда бывают плодоносны, скажем так. Некоторые получаются как бы стерильные, что ли, со стерильными цветами и не завязывают плодов. Но если так случится, буду делать перепрививку. Но пока вот наслаждаюсь красотой такой. Очень красиво. Тут я виноград накрыла от заморозков. Заморозки обещают. Красивый персик. Хотелось полноценно снять видео, но не получается. Погода дрянная. Ветра у нас что-то прямо зачастили. Хотелось показать во всей красе. Ну, пока у меня все. До свидания, друзья.